Вот здесь даже и у нас и кролик есть на шашлычной стоянке. Вот какой серенький, толстенький, мяса много, наверное, у него. Сейчас посмотрим волков. Вот какие волки, они играют друг с другом. О, голуби здесь есть, сейчас попозже голубей можно посмотреть, вон как они грызутся. О, какие глаза! Вот это глаза, так близко. А тот молоденький, наверное, потому что видно, что... Та, а, или даже собака, да? Или смесь, может, с волком. Ну, волк здоровый, смотри. Ну, вот а, этот тот думал, здоровый. Я думал, они мелкие. Нет, вот какие. Они еще же мясо, вон, мясом их они костями большие кормят. Ага. Ну, какие волки. Они так прямо грызут друг друга, грызут, да? У меня такой взгляд дикий, да, смотри. Ну так они же дикие животные, да? О, пасть какая, ничего себе. О, зубы какие у них. Вот это волчок. Волчок, а? Волчок. Не реагирует. Это, вот тот боится нас, а это как-то такой спокойный, такой уверенный ходит. Хищник, сразу видно, но сразу видно, что хищник. Не, странно, что он вообще подходит. Видно уже одомашнен. Во, ну у него такая голова большая, да. Такая прям волчья. А тут боится, смотри, вроде собака, угу. А больше страха, чем